Я не вообще не играл. Там кто-нибудь играл. Это было вообще сняли. Малый. Он рассказал, что я не знал его, он играл. А в том году же играл 3ТМ. Я говорю, полуавтоматива здесь. А там тренера, а там тренера шел. Олег Великих и Андрей Березовчук. Ну, Березовчук, вот он тренер. Тренирует эту команду. А тут не плат. А не плат, а не плат нахуй. Поехали. Значит, синие, все зеленые. Егор, Егор 77-й, да? Егор 77-й. Спасибо. Егор 77-й. Да, это Лур. Чемпион! Да, все, ничего. Что там за группа позывает? Там нема группы в программе. Ничего. Читай. Да, ну будет видно. 7-е, 3-го. Десятого, 17-го дома играет. Дурнично опять. Да подсёмайтесь, пацаны! Ну что, молчим? Чё молчим? Алло, ара! Металлург! И от тайги до британских морей наш Металлург всех сильней, да громче музыка! Играй победу! Мы победили! Еще не победили! Металлург! Команда Украины! Ударение громкое! Судья наркоман.
Ні, локомотив шукав. Ми там в автобусом їздили. Та ну, то ж локомотив. Ну, і металлург повезло. А що, значить? Та було 24, це перед моїм отпуском. Ну, це саме. Я ще вопрос не буду по-любому. Ну все, на вийшли. Ти за кого болеєш, ти? Пора вийти. А ну, сніми шапку, кинь на коле. Начальник, Шусе, забери его на работу. Он болеет вообще не из-за того, что надо. А я сам в шоке. За футбол болеет. Ты не любишь футбол. Саня, ну вообще завал. Сейчас поедешь мне. Я сам. Поедем сейчас. Не, мы сейчас вас за вас. Что ты, сука, свистишь? Ты, что ты свистишь, ты? До конца гвоздь! Это пацаны! Не трогай его, не трогай! Это пацаны! Не трогай его! Не надо трогать, да? Да, смотри! Классно, пацаны! Классно! Вот с вами.
14-й у нас іграв. Я б тільки 14 не іграв. То в Мерефі, то в Хіреті, то є вам, що там не грав. Это Еми. Не надо, катай. Тренер. А там никого. Все. Это от того, что... Они под такой стоят. По телевизору услышит ваши разговоры. Я просто с ума сойти. А что ты? Ты ему делай 15 номер, играешь против Бубенска. Козел! Он на работе, да, корпус ему! Кто платит? Не дай бог не слышит! Это такая ситуация. Кто платит, тот и заказывает музыку. Молодец. Кто насколько сидит? Это не просто.
Ну, стань на ворота ее. Вынос! Это дело надо обычно. На эту игру не то, что я в футболе по телевизору чувство имею. А ты мне хочешь, чтобы вот тут не тот самый стрелец? Не, они играют, но ошибка делают. Андро! А зеленые играют выше. А ну как сел счет? На них футбол. Перезовчук. Ну за гол, пацаны. А там уже премиалка будет. А Виза как стоял, блядь. Как Виза в свое время стоял, блядь. Виза, блядь, сука, такое вытянет, блядь, а плюху такую получат. Кто стоял, как обезьяна и так далее. У него ноги ниже колен, блядь. Руки ниже колен. Кажется, до конца первого тайма еще будет. А что не упасть сейчас, да? Что сейчас не упасть? Что не упасть? Вас обалдел. Сам Левин, сам. Вас обалдел. Один! Катай! Катай! Асфальт катай! Давай! Кубинку асфальт давай! Давай,
Подожми его! От себя! Встречай! Это человека прорвало, да? Чувак там опять едет. Подожди, на втором еще сяду. Саша, до конца его, Саша! Егор сейчас ударит. Кого? По лбу кого? Хорош. Вышли! Не помню, что Егор. У него а куда бить? Там... там перед ним три человека. Куда ему бить? Ему дали три удара и все. У него установка. Сейчас я разорву. Ну и по игре уже хорошо, они чувствуют. Это команда. А так и... Ну, разве это вообще не... Да, ему денег будет. Запахнули. Край, край, блядь! Край, ты весь край! Какой думать, куда ему надо. На него нужно конечно. Надо тебе катают. Не, они молчат, катают. Я ярил, что будет. Хозяева, блин, что вы все сзади, блин? Давайте прибавляйте! Молчанские контакты, прошу, сколь выносили их. Как вы и ранее сзади. Будем сдавать! Не давай! Что же у нас только позорит? Вот сейчас по 5-0 выносили волчат. Бля, и было такое, что это. Да. Э, судья, блядь! Судья, высоко! Блядь! Выйти, или что? Антон! Что вы судите? Козляра! Козляра! Натуральный! Ну как, а что?
Thank you.
Сонь! Максим, ты не Юра! Александр Фоминов.
борцу. Номер 7. Команда «Металлург». Администрация. Арена «Спарта». Поздравляем. Александр Синьон. Рождение. Баригер 93-го года. Ты посмотри на него. Я не выпил. Он сейчас повернулся. Сыба, давай, давай, Сыба, давай! Двигайся! 5-го волшебки звезд. Это же Давай, Семен, давай! Иван! Ваня, давай, Ваня! Да не Ваня, а Максим, да!